честь юбилейного Дня Победы в Угличе поздравляют участников Великой Отечественной войны. Им дарят подарки и хорошее настроение. 7 мая во дворах домов, где проживают ветераны, звучали песни военных лет. Акция «Фронтовая бригада», которую организовали специалисты молодежного центра и Дворца культуры, прошла в микрорайоне «Солнечный». Под окнами дома номер 5 песни звучали для Александра Рудова. Он участвовал в войне, имеет очень много наград. После войны не оставил свою военную специальность. Он работал в зоне. Его никто не забывает. Мы поздравляем и приглашаем его постоянно на все наши мероприятия. Он никогда не отказывается. Очень благодарный за то, что ему оказывают внимание. Мне так тронуло сердце вот то, что вот наш молодежный центр организовал вот такой концерт, не выходя, как говорится, из дома, чтобы люди могли увидеть, самое главное, ветераны войны. Они не поняли, что о них не забыли даже в такую тяжелую ситуацию. Для Александра Никитовича и его супруги, для Александра Колганова, проживающего в доме номер 10, и Геннадия Кутузова из 12-го дома песни и стихи исполнили Анастасия Меркулова и Екатерина Мережкова. В то утро танки вышли прямо к Химкам. Те самые, с крестами на броне. И старшая действительно старее, как от кошмара заслонясь рукой, скомандовала Томка: «Батарея! Ой, мамочка, родная, огонь!» И залп, и тут они заголосили, наперебой запричитали всласть, как будто бы вся бабья боль России в девчонках этих вдруг отозвалась. Каждый год мы проводим концерты выездные, это «Песни Победы поют молодежь». Выезжаем как в сельские поселения, так и в городе. Так как в этом году, вы понимаете прекрасно, какая ситуация, принято было решение провести такую патриотическую акцию «Фронтовая бригада», чтобы как-то в это непростое время порадовать их, чтобы они вспомнили военные песни. К маленькому концерту присоединились и жители ближайших домов. Некоторые выходили на балконы, открывали окна и подпевали знакомые песни. Часовые на посту, в городе весна, пропади нас до ворот, товарищ старшина, товарищ старшина. Идет солдат по городу, по незнакомой улице, и от улыбок девичьи вся улица. Обижайтесь, девушки, но для солдата главное –